Латвия. Латвия. Катрин. Дорогие девушки, одна минута, начинаем. Сейчас заканчиваем регистрацию последней презентации. Мультимедиа. Да, мультимедиа. Какой презентация? Okay, and we will start with those ladies who have... ...времени, и я об этом знала, я долго думала, как сделать презентацию о своей стране. И я сделала материал, который... где написано все о домашнем насилии, вся информация. So I think Christina will say yes. I will present later. We will see her movie. Всей души желаю удачи. В первую очередь мы здесь, каждая женщина из нас мама. И поэтому я выбрала тему своего доклада «Грудное вскармливание» молоком матери, а затем пронес через всю жизнь. Грудное молоко – наилучшее из того, что нужно ребенку для отличного старта в начале жизненного пути. Это естественное. Имеет оптимальную температуру, его не надо готовить, оно не содержит бактерий. Грудное молоко может не портиться, даже если мама не кормила ребенка несколько дней. И ребенком устанавливается эмоциональная близость, которая сохраняется на долгие годы. Во всех священных книгах, Библии, Коране, Талмуде, есть упоминание о грудном вскармливании. Образцы, как ложное представление, что кормление грудью может негативно сказаться на фигуре женщины, помогают женщине быстрее восстановиться после родов. И кормящие мамы теряют около 500 калорий в день. Примерно столько же тратится за час проведения на беговой дорожке грудным молоком. А затем вводить в их рацион другие продукты при продолжении грудного вскармливания. В нашей стране в целях усиления социальной поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей до 2 лет, бесплатно предоставляется детское питание. И самым высоким стандартом качества Белар занимает ведущие позиции не только в Беларуси, но и за рубежом. Знаете, сегодня можно отметить, повсеместно это красиво, естественно, полезно, удобно и даже модно. Я призываю всех мам кормить своих малышей грудным молоком. Грудное вскармливание помогло мне остаться в форме и получить огромный заряд положительных эмоций. Ведь кормление грудью – это одно из самых прекрасных и естественных вещей на свете. Спасибо за внимание. Тема, да, другая девушки, с которой будут выступать, и ну, буквально пару предложений, ну, высказать свое мнение на эту тему. Знаете, благодаря конкурсам и красоте затрагиваются такие жизненно важные дети, помогать странам третьего мира. Ведь так они не только помогают нуждающимся, но и привлекают внимание к проблемам, существующим в нашем мире.
Каждое государство ставит перед собой задачу помощи, борьбу с голодом, болезнями и нищетой в странах третьего мира. Ежегодно 15 миллионов детей умирают от голода. Дети для себя, своей семьи не имеют земли, воды или образования, чтобы заложить основу для своего безопасного будущего. Восьмой голодает. К сожалению, мы не можем устоять перед стихийными бедствиями. Мы здесь бессильны. Но мы можем сделать так, чтобы на Земле не было войны. За стоимость одной ракеты война, и мне непонятна политика тех государств, которые вкладывают деньги в смерть людей, лишают их крова, родных и права на нормальную, стоящую жизнь. И знаете, за цену одной ракеты каждый день в течение 5 лет школа голодных детей могла бы есть обед. И я считаю, если все средства, которые идут на войну, потратить на благотворительность, то в мире не станет ни голода, ни нищеты, и будет мир. Спасибо. I wrote down briefly what does domestic violence and toward most victims. It's a deadly crime, a social menace, and a costly public health problem. Many women victims of domestic violence live in fear of pain and death. They are isolated, often lacking in self-esteem. They tend to blame themselves for what's happening, and they try to explain away the bruises and broken bones. And children, it's a traumatic... ...которая могла бы блистать в новом мюзикле, да? И я считаю, нужно детям помогать в решении данных проблем. Соответственно, я занимаюсь тем, что приезжаю в тот или иной детский дом, провожу с ними танцевальные занятия, художественную гимнастику, потому что среди них есть таланты, и мы должны это поддержать. Спасибо большое. The most problem was the family violence, of course, violence on... Yes, thank you very much. I'm Pavlina Ivanova. I'm from Slovakia. Hello for everyone. I'm here to speak something about my country, about children, women, how to help them, diversity, and I often think about young people, about women, because I'm writing about unemployment and then about morality. Company regulations address the social responsibility of companies, but little is equality done to help to people. Okay, and the next will be a lady from Ukraine. Died, and I changed my flight, and I came last evening. Sorry again. Добрый день, девушки. Я Меня зовут Елена, я из Украины. Буду рассказывать, буду говорить от себя. Я люблю свою страну, я горжусь, что я родила. Приведены данные, что 12 тысяч благотворительных фондов, но реально работают не более 100 благотворительных фондов на Украине. Это выгодно для предпринимателей и прочих меценатов. Дело в том, что наша налоговая система предусмотрела такое достаточно как бы жесткое требование для людей, которые получают помощь. Они должны отдавать 15%. Okay, I will be very short. Елена told us about the problem of this woman and this children. Для детей, где учатся и живут детки, обыкновенные дети с ограниченной ответственностью, где на этой площадке они могут играть,
развлекаться, помогать друг другу, поддерживать друг друга и развиваться вместе с детьми с ограниченными, ну, детки, которые немного в опорно-двигательном движении и отсталые. Благотворительность. Каждая семья в Голландии как минимум раз в месяц отдает порядка 10% своей зарплаты на благотворительность. Я лично пополняю со своего банковского счета всевозможные письма, которые приходят как по почте, так и волонтеры ходят несколько. На мой взгляд, очень важный вопрос, почему же в стране, как решить, что это идет с младенческого поколения, с мы, родители, где-то упускаем такие моменты, покупаем, как говорилось, брендовые вещи детям, но не уделяем внимания. И вот у меня есть такое предложение. Основа, но и практику. Например, дети с 1 по 4 класс могли бы приносить хотя бы игрушку или какую-то свою вещь, даже если раз в год, если один ребенок принесет и все школы взять мира, да, и это будет идти на благотворительность, да, помощь детям. Потом с 5 по 6 класс дети бы уже могли посещать детские дома, посещать больных детей, престарелых, которым нужна помощь, помогать им. Кому-то в магазин, если старым сходить, ну, помочь, да, вот купить продукт. Когда повзрослели, имели бы друзей из обычных семей. Они бы могли вести переписку там через интернет. Может, кто-то бы полюбил друг друга, да, сложилась семья. И старшие классы реализовывали его. И я тогда считаю, вот если они уже 11 лет учения в школе будут посвящены в эти проблемы. И тогда этим людям можно будет доверить деньги и верить, что они дойдут до нуждающихся, и будет эта проблема максимально решена. Спасибо большое. Okay, Vasilisa from Belarus, go to school and they little, they can bring to another children from houses for have a really good practice, and so just we need to. Кто ждет? Давай, девушка. Thank you.
Очень рад видеть, как на мероприятии. Как я видела на мероприятии, так же постоянно. Не думал, что я буду так. Надя, потом каждая красавица возьмет игрушку и с игрушками как бы зайдут, может, она так будет дело, да? И Надя в том числе пристроит. Слушайте, мы сейчас взяли на всякий случай вот такие пакеты. Не знаю, это, я вообще не знаю. Или взяться сантимент? Нет, взяла целую пачку. Подоканчику, что? Коробки, значит, туда холодно. Сами знаем, что холодно. Давай шарики бьем. Все надо на Белар. Белар везде надо завести. Ну, а продукты несут? Сейчас не возьмешь. Только упаковка. Знать там. Как-то нехорошо получилось. Нехорошо как-то. Детям детей вроде. Беда. Ну, детям столько этих подарунков возят тут. Так. Да, давай я подержу лучше. Не, нормально, нормально, нормально. Ну что, так? Ой, не, конечно, это не самое лучшее это мероприятие. Же это. Не надо мне, я сам себе это. Смотрите, чтобы не упало. Ну ладно уже, так уж быть. Пытаюсь, нету стедикама. Буду. Да. Влиятельная женщина, которая принимает у себя уже не один бог и не один. Где-то родители пьют, родители bad parents забирают и приезжаются по новым семьям, либо возвращаются в прежние семьи. То есть дети в эти, либо в прежние семьи. Дети возвращаются. English, speak English, okay? Дети сюда возвращаются. Да. Вот. И сопа. Эти красивые женщины. Подождите, давайте поприветствуем. Вручайте это на руки. Да. Я хочу!
обязательства, которые нужно выполнять. Так сложно, но если дальше вы получите удовольствие от процесса. И вот какая-то помощь с вашей стороны, со стороны фондов. Сделать, у меня, например, предложение, да, у них есть замечательный творческий коллектив, у них замечательные спектакли. Да, и у меня предложение, это творческий за них, как бы, стоим в ответе. То есть отвечаем за них, заботимся о них. Вы видите условия, в каких они живут. Ну, если у вас есть какие-то возможности, если вы что-то хотите сделать, мы не мы не откажем. Мы рады любой вашей помощи. Мы с проекта у нас на сегодняшний день государство создало детские деревни и клубы. На сегодняшний день это 14 детских домиков, где проживают приемные семьи. В этих семьях проживают родители, они берут от нас деток туда, то есть дети здесь прошли реабилитацию. Если мы не смогли, дело не в том, что вы выбираете не самое сложное, не самое нарядное платье. Это цель, задача, это название. Поэтому девушки очень заинтересовались, я думаю, они конкретно помогут. И они находятся в условиях. А вот именно сам конкурс, что программа будет, и что главное будет? Вот я сказала, официальная часть, обязательно в приемных семьях. Сегодня создаются масса приемных семей в Республике Беларусь, где то есть идет тенденция закрытия школы Беларусь, которая приехала к нам тоже с подарками, привезла подарки для детей. Большое спасибо. Вам огромное спасибо. Таких, как я, очень много. Ну, не важно. Кто-то, те, кто работает, это уже даже немного, но мы... Ну, вообще всем, как бы, я думаю, советы каждый приедет в свою страну и тоже как узнает, есть ли у них проблемы такие в стране. Вот, и на что вы сегодня ставите акценты больше? Да, вот на что? На что я больше всего ставлю? Очень любят своих родителей, дорожат ими, защищают их. Биологических родителей да, никто никогда да, не заметил. Да, поэтому вот это самый главный акцент, который на сегодня... Я думаю, не только у нас. Во всем мире он существует. Родители должны воспитывать своих детей. И на сегодняшний день пропагандируют, ну, мы пропагандируем, вы пропагандируете. Это самое главное. Любовь и забота. О подрастающем поколении, потому что дети – это наше будущее. Автограф. Thank you.
арабского танца. А я хочу пожелать нашим замечательным участницам всем победы. Они вышли на доску. Я хочу вместе с тобой, Дмитрий, пригласить наших красавиц снова на сцену, чтобы снова насладились вы этой красотой, этим очарованием этим, да, и этой грацией. Девушки дорогие, приглашаем вас на сцену. Дамы и господа, финалистки конкурса «Миссис Европа 2012». Если они не здесь, никто не узнает, что мы сделали. Благодарю.
от сердца и от имени организации «Миссис Европа». На все, что помогли, большое спасибо. Я надеюсь, что мы снова увидимся. Знаю, что все ждете. Стало так, что я должен. Это конкурс не только красоты, это конкурс и за человека как человека вообще. И поэтому мы решили, что на каждое даем отличие. Итак, начинаем.
Саша, и она скажет, что носительница титула «Миссис Европа» 2012 года. А это? Молчание. Как вы думаете, куда уйдет эта очаровательная корона? Нет. Итак, «Миссис Европа» 2012, Украина! Очаровательные миссис, которые целую неделю радовали нас своим присутствием, зажигали своим жизнелюбием и поддержкой. Это достойные женщины. Каждая из них достойна короны. Каждая. И я бы каждой отдала эту корону. Они замечательные и великолепные. Я всех их люблю. Я надеюсь, вы тоже всех их полюбите. И в окончании хотела сказать самое отдельное спасибо и низкий поклон посольству Республика Болгария, Республики Беларусь и лично Кириллу Вачеву за неоценимую поддержку в этот короткий срок. Они помогали во всем. Также, ребята, и лично директор Казино Виктория Дмитрий Новик поддержал нас, и он справлялся со всеми трудностями и вел это мероприятие. А также устроил нам замечательный вечер в казино «Виктория». Большое ему спасибо. И опять про генерального. Всех участниц и гостей нашего праздника приветствует генеральный партнер конкурса «Миссис Европа 2012» компания «Белак», ведущий производитель детского питания в Республике Беларусь. «Белак» вместе с нами с рождения. Спасибо вам, друзья! Огромное спасибо! Спасибо вам, очаровательные девушки! Спасибо! Цветы всем участницам! От нас, от партнера, ваш юрист, примите и от организаторов эти цветы! Мы любим вас! Еще не все! А теперь еще подарки, подарки! Замечательный салон! Магазин подарков, переулок подарков приготовил замечательные подарочки. Лично, ручной работы подарки. Пожалуйста, участницы дорогие, примите их от нас. Участниц пили они мало, но шампанское было вкусное. Большое спасибо им. Огромное спасибо. Мы сейчас едем, кто с нами, гости, на автопати. Приглашаем с нами. Там мы попробуем это замечательное шампанское. Хорошо. Ну, это было нервное состояние, переживали, как все пройдет. Такие нюансы, как не споткнуться, не дай бог, как посмотреть. Ну, во-первых, как я уже сказала, что я не первый раз участвую в конкурсе. И я... Сколько можно? Что хоть так?